Лучших мастеров сцены чествовали на 15-м республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». В День театра торжественная церемония награждения победителей прошла в Чувашском государственном театре кукол. В течение марта жюри и зрители смотрели конкурсные спектакли для взрослых и детей от каждого театра. Определить лучших было не так просто, делится председатель Союза театральных деятелей Чувашской республики Геннадий Медведев. Афиша 2013-го была очень насыщенной. Предвкушая объявление победителей, волновались и конкурсанты, и зрители. Могу сразу сказать, что мое предпочтение – это, конечно, к русскому драмтеатру, в котором я прослужил около 12 лет. Мои друзья, коллеги работают. Я, когда приезжаю, с удовольствием хожу на спектакль. Вот недавно посмотрел спектакль «Фальшивая монета». Это премьерный, который будет здесь выставляться в рамках как «Лучший спектакль». За своих номинантов переживаем, чтобы они получили. Мы считаем, что они достойны. Премию за лучший спектакль получил Валерий Яковлев за постановку «Мунджакуня». В номинации «Лучший спектакль для детей» отметили постановку Чувашского государственного театра юного зрителя «Чересымах», а также спектакль «Я вас люблю, ромашки» Чувашского государственного театра кукол. За музыкальное оформление к этой постановке премию вручили Андрею Галкину. А специальный приз жюри за роль ежика в этом представлении получил Петр Клементьев. Номинации «Лучшая женская роль» удостоилась Нина Яковлева. Она сыграла Катерок в спектакле «Мунджагуня». Номинацию «Лучшая мужская роль» получил Иван Снегирев за партию Отелло в одноименном спектакле.